Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, чуваки, по этому ролику, я думаю, догадались. Короче, меня же забанили, как вы знаете. Кто не видел, вот видосик этот, посмотрите, в принципе. Кто не знает об этом, там все подробно рассказано, показано. Там есть даже пруфы, что я как бы не виноват. Смотрите, чуваки, что я сделал. Я написал еще одну жалобу. И, ну, помните, я на стриме написал жалобу, ее отказали. Я потом еще написал жалобу, по-моему, вчера я написал ее, либо позавчера, неважно, короче. Ее тоже отказали, понимаете, тоже отказали. Понимаете, я уже готов не то, чтобы меня разбанили, а то, чтобы мне дали 30 дней бана всего лишь. Чтобы мне всего лишь дали 30 дней бана, понимаете. И то, по правилам сервера, за читы, каких у меня нету, хотя Том Фриман выдал мне причину именно читы, точнее чит. Выдал мне причину именно чит. Хотя читов никаких, блядь, не было, понимаете? И за читы банят на год, понимаете? А меня за соучастие, понимаете? Просто за соучастие забанили на всегда. Где логика, пацаны? Смотрите. Давайте я сейчас зайду на форум. Вот форум, короче, чуваки. Так, давайте посмотрим. Смотрите, пацаны, есть правила сервера. Вот, правила сервера есть, знаете? Думаю, все знаете правила сервера, все дела там, да? В принципе. Смотрите. В правилах сервера нигде нету, что нельзя садиться в машину к читеру. И за это банят навсегда, понимаете? Такого нету вообще в правилах сервера на форуме, понимаете? На форуме нету. Я не говорю уже на сервере. На форуме такого нету. Что я сделал, пацаны? Смотрите. Что я сделал? Если мне отказал две жалобы, понимаете, я сейчас вам их даже покажу, эти две жалобы. Для вас есть очень большая просьба, смотрите сейчас. Вот, жалобы ЗГ, думаю, вот. Жалоба Виталий Шарапога первого сервера, вот, я написал жалобу. Для вас будет очень большая просьба. Я ссылку на жалобу оставлю в описании под видео, пацаны. Вы просто поддержите меня реально там, поддержите мою жалобу. И можете даже копировать мою жалобу и написать тоже от моего имени. Именно все точь-в-точь, как здесь написано. От моего имени можете сами написать тоже жалобу на Виталия Шрапу. Нас уже почти 9000 человек, понимаете? Если, пацаны, вы мне не поможете, я уже точно ничего не сделаю, понимаете? Я сам не очень хочу уходить с проекта, но если меня уже не разбанят, то придется. Поэтому, чуваки, я вас очень прошу, чтобы вы мне помогли, как бы мы одна семья. И нас почти реально 9000. Реально помогите мне. Напишите от своего имени, точнее от моего имени тоже, вот копируйте мою жалобу и тоже напишите, пожалуйста. Также поддержите мою жалобу. Ну серьезно, блин, без вас я ничего не смогу. Только вы мне сможете помочь. Реально. Как бы все пруфы есть, что, блин, читов, во-первых, у меня не было. Меня забанили именно навсегда по причине чит. За соучастие я не уверен, что, блядь, банят навсегда. 30 дней бана без проблем, если бы дали, я бы даже ничего бы не сказал, понимаете? Но навсегда бань за то, что я просто сел в машину к читеру, блин, и не написал об этом репорт. Я считаю, это полный бред. Как бы, поэтому поддержите меня, пожалуйста. Я вас очень прошу, чтобы вы меня поддержали. Смотрите, вот первая жалоба. Вот первая жалоба. Шрапа мне отказал. Вот. За соучастие, закрыто. Ну, блядь, за соучастие банить навсегда, пацаны, ну, серьезно, это перебор, я считаю. Я уже написал на именно на Шарапу жалобу, то, что вот, он отказал две мои жалобы. Он, га, отказал два раза в моей жалобе по причине бан просто так. Вот, и вторая вот, смотрите, жалоба, какую я писал недавно. Либо вчера, либо позавчера, я честно не помню. Ее тоже отказал Шарапа. Вот, смотрите. Вот она, тоже. И здесь он сказал, при предложении флуда будет заблокирован форумный аккаунт, закрыто. Какой, блядь, флуд? Я написал одну жалобу, потом через день еще одну жалобу написал. Это флуд, блядь? Ладно, ну это не важно, в принципе. В принципе, это не важно. Я с вами соглашусь, это не важно. Но вот я написал именно на Шарапу жалобу.
Поэтому поддержите меня, чуваки. Я напоминаю, ссылочка будет в описании на жалобу. Перейдите, поддержите меня, поддержите мою жалобу. Как бы, и напишите от моего имени тоже жалобу на Виталия Шрапу. Это мой последний шанс, чуваки. Если руководство не одобрит мою жалобу. По-моему, да, руководство же проверяет жалобы и так далее. Сейчас посмотрим, тут должно быть написано. По-моему, вот. Ответ может дать только администратор и выше. Вносит вердикт руководитель проекта по указанию от руководителя спецадминистратор. Ну вот, как-то так, пацаны, вот. Давайте покажу, куда зайти. Надо зайти, нажимайте форум. Ну, вы должны аккаунт зайти в свой аккаунт. Я вон зашел в свой аккаунт, в принципе. Так, и вот, здесь есть жалобы на ГА. The ГА. Ну, Виталий Шрапа ГА считается первой серией, поэтому, как бы, вот так вот. И вот моя жалоба здесь, по которой ссылка будет на жалобу тоже в описании. Потом, чтобы написать жалобу, вы здесь нажимаете «Создать тему», пишите заголовок, как я писал, «Жалоба на Виталия Шрапа ГА 01». И выбирайте, это проблема, я думаю, считается проблема, да, не вопрос, в принципе. Поэтому, думаю, понятно, как писать, пацаны, поддержите реально меня. Это мой последний шанс, и вы мой последний шанс, чтобы мне помочь, пацаны, реально. Без вас вообще никак. Если это не поможет, все, вообще ничего не поможет больше, пацаны. Это я вам так говорю, чтобы вы знали. Если вот эта жалоба не поможет, то уже никто мне не поможет. Уже никто не, и никак мы не сможем мне помочь. Ни я, ни вы, никто. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, чтобы все посмотрели это видео. И пишите комментарии, в принципе. Буду держать вас в курсе дела. Надеюсь, все-таки у нас получится хоть чего-то достичь. Хотя бы бана на 30 дней. Я писал, видите, бан на 30 дней, чтобы мне смягчили наказание до 30 дней бана. На этом у меня все, пацаны. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.